Здравствуйте, Александр. Это видео про ваш одуванчик. Вот смотрите, это одуванчик на моем тестовом объективе. Сейчас я проверю его в моей камере. Вот, как я и говорил, очень аккуратно вставляйте одуванчик и вынимайте объектив с одуванчиком в камеру из камеры. Тогда он прослужит долго и не сломается. Ориентируйте красную точку на объективе и средний контакт одуванчика с белой точкой на камере. Аккуратно вставили, немножко поджали и повернули против часовой стрелки до защелкивания. Вот, смотрите. Я запрограммировал фокусное расстояние 50 мм и диафрагма, согласно таблице, от 2 до 32. Вы можете поэкспериментировать, перепрограммировать одуванчик в любое время. Вот. И еще один маленький нюанс, из-за которого иногда ломают одуванчик. Вот, смотрите, ваш одуванчик полностью запрограммирован, целый, невредимый. Посмотрите внутрь вашей камеры, каким образом закреплены контакты. Вот, смотрите, справа и слева вот эти вот площадки, на некоторых камерах контакты закреплены с помощью винтов. И вот справа, если смотреть вот так вот, а если смотреть вот так, то слева может выступать винт крепежный, который крепит эту площадку контактную внутри байонета. Этот винт есть здесь и здесь на некоторых моделях. То есть посмотрите, если у вас есть винт и он очень сильно выступает, постарайтесь его как можно глубже вкрутить с помощью отвертки и, может быть, даже немножечко сточить головку. Вот. Ну, или если вы это не будете делать, то просто очень аккуратно вставляйте и вынимайте объектив с одуванчиком в камеру из камеры. Вот смотрите, это Гелиос 81М, первая версия, вот с тонкой металлической юбкой. И вот тоже совмещаем красную точку, средний контакт, с белой точкой на камере. Немножечко вдавливаем и поворачиваем против часовой стрелки. Все, видите? Камера показывает диафрагму. И таким же образом вынимаем. Нажали кнопку фиксатора, повернули по часовой стрелке, вытащили. Все контакты, как видите, целые и невредимые. Итак, сейчас я упакую ваш одуванчик и отправлю вам его сегодня. Согласно моей инструкции, и напомню, не наносите клей прямо из тюбика. Внутри упаковки с клеем есть зубочистка. Клея нужно очень-очень немного. Наносите или на нижнюю стенку юбки, или на заднюю поверхность юбки, предварительно обезжирив поверхности. Вот. Клея там действительно нужно буквально одну маленькую капельку. Ориентируйте средний контакт одуванчика на красную точку. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.